Подписывайтесь на канал Болливуд, и вы будете в курсе всех новостей, а также узнаете все подробности личной жизни звезд. Амриш Пури был актером и злодеем, оставившим неизгладимое впечатление, которое мир никогда не забудет. Все фильмы, в которых он работал, стали хитами. Амриш Пури родился 22 июня 1932 года в городе Наваншахар, округа Джаландхар, провинции Пенджаб. Получил степень бакалавра в колледже. Он приехал в Мумбай в поисках работы. Получил работу клерка в страховой компании. В 1960 году он начал свою актерскую карьеру с театра. Амриш был награжден премией в 1969 году за лучшую актерскую роль. И тут начался успех его актерской карьеры. За свою карьеру он снялся более чем в 400 фильмах. В 1957 году он женился. У Амриша двое детей, дочь и сын. 12 января 2005 года в возрасте 72 лет он скончался в своей резиденции в Мумбаи из-за опухоли головного мозга. Митхун Чакраборти – очень популярный и влиятельный киноактер в индийской индустрии шоу-бизнеса. Он также предприниматель, певец, продюсер, социальный работник и политик. Митхун – актер, который в основном появляется в фильмах на хинди и бенгали. Он уже снялся более чем в 350 фильмах и трижды получал национальную кинопремию за выдающуюся актерскую игру. Митхун Чакраборти родился 16 июня 1950 года. Он учился в колледже Шотландской церкви в Калькутте и окончил его. Затем Митхун поступил в Институт кино и телевидения Индии Пуна. Митхун дебютировал в киноиндустрии с фильмом на хинди «Королевская охота» в 1976 году. Его игру оценили, и он получил национальную кинопремию за лучшую мужскую роль. Первый раз Митхун женился на Хелен Люк, они вскоре развелись. Позже Митхун Чакраборти снова связал себя узами брака с бывшей актрисой Югитой Бали. У супругов есть три сына и дочь. Его старший сын Махакшай Чакраборти тоже актер. Гульшан Гровер – индийский актер. Он родился 21 сентября 1955 года в Дели. Он имеет высшее образование в Делийском коммерческом колледже Шрирам. До появления в кино он был связан с театром. В настоящее время он читает лекции в той же школе актерского мастерства. Он дебютировал в Болливуде в 1981 году. С тех пор Гровер снялся более чем в 400 фильмах, включая фильмы на хинди, а также многочисленные международные проекты. Он был удостоен международной награды как лучший актер на Нью-Йоркском кинофестивале и Хьюстонском. Гровер также перенес 5 операций на открытом сердце, также операции на желудке, мозге и на колене. Первый брак с Филамина, от которого у него есть сын Санджай, второй брак с Кашиш, они развелись в 2001 году. Винод Мехра был знаменитым, универсальным и очень талантливым актером Болливуда. Он родился 13 февраля 1945 года в Амритсаре. Винод дебютировал в кино еще ребенком в фильме «Ратни» в 1958 году. Свою взрослую карьеру он начал в 1971 году. В течение 20 лет он снялся в более чем 100 фильмах. Он играл главные роли во многих своих фильмах. Он также получал «Филмфарм» номинации «Лучший актер второго плана». Многие фильмы, в которых он снимался, были выпущены только после его смерти, такие как «Человеколюбие» 1994 год и «Превратности женской судьбы» 1996 год. Он был женат три раза, его первый брак с Миной Брока был организован его родителями, однако вскоре они развелись, потом он женился на актрисе Бинди Госвами. Но и здесь не сложилось. Бинди Госвами оставила его и вступила в брак с директором Дата. Его последнюю жену звали Киран. Их брак продолжался до его смерти. У него двое детей – Соня и Рохан. Он умер от сердечного приступа 30 октября 1990 года в возрасте 45 лет. Соня и Рохан были воспитаны в Кении, а затем Соня отправилась в Лондон для дальнейшего обучения. Недавно Соня дебютировала с фильмом «Виктория номер 203». Ирина Кушнарева родилась в Ярославле в семье цирковых артистов. Выступать на арене начала совсем маленькой. В 19 лет артистка стала вице-мисс конкурса красоты в Кишиневе.
Москве получила титул принцессы цирка на конкурсе красоты цирковых артисток. Снималась только в одном фильме «По закону джунглей», играла героиню Митхуна Чакраборти. Вышла замуж за директора сингапурского цирка, имеет 3 сыновей, живет в Дубае. Насируддин Шах родился 20 июля 1950 года. Индийский актер и режиссер. Широко известен как один из лучших актеров театра и кино. Он влиятельный актер индийского параллельного кино. В своей карьере Шах выиграл множество наград, включая 3 национальных кинопремии и 3 премии Филфарм за лучшую мужскую роль. Правительство Индии наградило его орденами Падма Шри и Падма Пхунаш за вклад в индийский кинематограф. Насируддин Шах родился в мусульманской семье в городе Барабанки, штат Уттар-Прадеш, где его отец служил армейским офицером. В 1971 году окончил Алигарский мусульманский университет и поступил в Национальную школу драмы в Дели, женат на Ратне Патхак. У пары есть 2 сыновей – Имад и Виван. У Насируддина также есть дочь от первого брака Хиба, с которой он не общался до ее совершеннолетия. Актер Махмуд Измаилов принял участие только в одном фильме – 1991 года «По закону джунглей». К сожалению, о нем ничего не известно. Анджана Мумтаз, индийская актриса, родилась 4 января 1945 года, известная своими второстепенными ролями в более чем 100 фильмах на хинди и гуджарати. Анджана вышла замуж за Санджита Мумтаза, чиновника Air India. У них есть сын Руслан Мумтаз. Мастер Банти играл Шанкара в детстве. Мастер Банти участвовал в более чем 20 картинах, начиная с 1966 года по 2001 год. Ручка Гуджарадхи играла Чанчал в детстве. Родилась 24 января 1983 года. Индийская болливудская телевизионная актриса и модель. Она снялась в нескольких болливудских фильмах, сериалах, музыкальных альбомах и реалити-шоу. Она также играла роль детей в нескольких фильмах. Ее лучше всего помнят за ее главную роль Сухана, в народе известная как Пхабхи, и «По закону джунглей». Она посещала среднюю школу Марии в Баривале, чтобы получить среднее образование. Впоследствии она получила диплом по технологии медицинских лабораторий в женском университете. Впоследствии она появилась в нескольких сериалах, музыкальных альбомах и реалити-шоу. В качестве модели Гуджарадхи снялась в нескольких рекламных роликах. Она также фигурирует в музыкальных альбомах. Варшау Згаункар родилась 28 февраля 1965 года. Индийская киноактриса из Гоа, которая работала в различных фильмах Болливуда и Маратхи. В 1990-е годы она была самой популярной актрисой в кино Маратхи. Варша впервые снималась с 1982 года. Впоследствии она быстро поднялась до одной из главных героинь в киноиндустрии. Свою телевизионную карьеру Варша начала в 1988 году в роли Утары. Она также сыграла роль Рупмати, «Змеиная королева» в сериале 1994 года. Она появилась в Маратхи-шоу, а также снялась в телевизионных сериалах на хинди. Одно из ее самых выдающихся выступлений сериала «Джанси Кирани» 1990-х «Дордаршан», где она сыграла главную роль Рани Лакшмибай. В марте 2000 года Варша вышла замуж за Аджая Шарму, сына индийского кинорежиссера Рави Шанкар Шарма или Бомбей Рави. Она снялась в более чем 50 фильмах. Лилипут Бобо Коротышка, актер-сценарист, снялся в 33 фильмах с 1982 года по 2012 год.